Да, подойдут на выстрел! Пулемет, открыть огонь! Отгоним их от моста! Мне нужна аптечка! Бросай коктейли Молотова! Полетела граната! Бросаю гранату! Мы справились, Деннис. Вернемся к остальным. Я вижу впереди Кроули и Пирса. Меня впереди! Превосходно потрудились. Превосходно. Справились. Леголь с войском входит в город. Похоже, мы все же отведаем шампанское и икру. Эй, Дэниелс, где та красотка, которой нужен симпатичный солдат? Прости, друг. Хотел тебя подбодрить. Вот так всегда.
Город огней. Ну вот, хорошая новость, верно, Кроу? Назад пути нет. Франция вернула себе Париж. Но это еще не конец. Война не закончена. Да брось, Пирсон, пусть порадуется. Для этого есть терна. Я никогда не забуду, как мы брали этот гарнизон и освобождали Париж. Черт, кажется, даже Пирсон улыбался. Набрав такую скорость, мы прорвемся до самого Рейна. Август 44-го. Момент. Октябрь. Мы в Ахене. Немцы бьются за него как сумасшедшие. Союзники вошли в немецкий город в первый раз. Но не в последний. Мы думали, что, освободив Париж, станем на шаг ближе к дому. Но это было только начало. Теперь мы сражаемся в городе, в Ахене. Крауты вцепились в него мертвой хваткой и неспроста. Мы пробиваемся через их западную границу. Дэвис сказал обыскивать все кварталы, все дома. «Прикончить их всех», — сказал он. Тёрнер и Пирсон на ножах с тех пор, как мы здесь. Война изменила нас всех. Похоже, понадобится больше средств. То, что я приказываю, и есть твое задание! Эй, прибавьте темп! Мы должны успеть до ночи! Эй, смотри, что я нашел. От твоей девушки. Я говорил, не трогать мои вещи. Ты что, даже не вскроешь его? Боишься, что там прости-прощай? Видишь адрес? Стоит Дэниелс, а не Ред. Причина одна, но Дэниелсу. Как не обидно. Думаю, она тебя отшила. А может, это письмо Шрёдингера? Типа, пока не откроешь, она еще твоя? Ай, может, это письмо Шрёдингера? Что? Сгорел, что ли? Оставить трёп! В 7:30 атакуем Национальный театр. У каждого есть свой предел. У каждого. Так это или нет? Но если я хочу вернуться, я должен верить в твою любовь. Пошел! Пошел! Давай, Дэниелс! Дэниелс! Я помогу! Не поднимай голову! Проклятие! Мы убиваем их, а они все прут! Долго мы так площадь не удержим! Артиллерия уже в пути! Говорят, максимум 10 минут! Или 10 часов! Лейтенант, нам срочно нужны танки! Танки прикрывают танки! А ну-ка, заглядите людей! Дайте подумать! Сэр, нет времени думать! Так, Дэниел! Дуй Саэла за Пирсоном! Вызывайте танки! Живо! Ладно, пошли! Держите, сержант! Дэгвуд Уайт, 2-7, злодею! Мы под обстрелом! Запрашиваем немедленную поддержку на рубеже 2! Прием! Вас понял! Но ведь тогда мы откроем фланг! Ну и прием. Ладно, главное, шевелитесь уже! Принято! Выполняем! Прием! И поживее! Баки рвут нас на части! Отбой! Ладно, ребята, идем к городскому театру. Поможем первому взводу. Позиция врага неизвестна. Переключаемся на радио и рации. Включаю радио. Рэпсон, мы идем направо и срежем к театру. Вас понял. Выполняю, Берез. Абрамс, Бул, вы остаетесь здесь со вторым взводом. Прикрывайте фланг, пока мы не вернемся. Вас понял. Сделаем, Берез. Всем быть начеку.
Следите за окнами! Ладно, Рэпсон, пошли! Плохо! Он вскочил!
Получил! Лопнули под копьем! Упали! Отскочи! Еще один удар не выдержим! Выстрелил в лоб с рикошетом! Справа! По правому борту танк!
этого Дига! Выманите его! Нам надо ударить сбоку! У нас тут еще один панцирь! Попали! Нас сейчас разобьем!